Пас под ворота. Тут на коротке что-то думают армейцы разыграть. Не получается. Жиганов. Хайрулин. Бросок и гол. СКА удается реализовать большинство. СКА удается забить в формате 5-3. И большинство армейцев продолжится. Такие вещи петербуржцы обычно не прощают. А уж тем более в таких матчах. Жаферов, красота какая! И что-то подобное армейцы уже показывали летом на предсезонных турнирах. Пошла игра у СКА, и 3-0 счет становится. Ну вот это, пожалуй, самый красивый гол в этом матче. Хорош был и второй, вопросов нет, но там все-таки было большинство. А в равных составах нарисовать такую красоту мало кому удается. У армейцев получилось. Найт снова хорош на точке. Бардаков. И армейцы забивают пустые ворота. 4-1. Снова не помогает авангарду замена голкипера на 6-го полевого. Уже третья шайба, пропущенная мячами пустые ворота в этом сезоне. Ну и Марата Хайрулина, естественно. А как же без этого? Поздравляют с хет-триком. Полетели кепки на лед.